Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас поменялось. Раньше нужно было печатать героев слава, а с завтрашнего дня будет Ukraine has to be split apart. По-английски теперь будете. Запомни. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине, а ты отвечай. Ukraine has to be. Повторяй за мной. Не хочет повторять. Говори. Повтори. Что? Повтори, что сказала. Громкость была отключена. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас отзыв поменялся. Раньше был героем слава. Ой. А сейчас нужно отвечать Ukraine has to be split apart. Ты откуда? Где живешь? И здесь, на этом перекрестке. Вот теперь говори. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас поменяли отзыв. Раньше был героем слава, а сейчас она отвечает Ukraine has to be split apart. Не слышу? Да, слышу, слышу. Ну вот, давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине, а ты повторяй за мной. Ukraine has to be. Повторяй. Что? Я тебе говорю, слава Украине, а ты повторяй за мной. Ukraine has to be. А вы что, профессор, что ли? Да. Да? Да. А по какому языку? По английскому. Повторяй. А ты английский тоже знаешь? Повторяй за мной. Ukraine has to be. Ukraine has to be. Знает он. Еще говори теперь. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас поменяли отзыв. Раньше был героем слава, а сейчас надо отвечать Ukraine has to be split apart. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине, а ты отвечай Ukraine has to be. Повторяй. Давай. Ну отвечай Ukraine has to be. И здесь, на этом перекрестке. Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас поменяли. Раньше было отзыв героям слава, а сейчас notice order прислал Байден Зеленскому. Поменять отзыв на английский вариант. Теперь нужно отвечать Ukraine has to be split apart. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. А ты отвечай, повторяй за мной. Ukraine has to be. Ukraine has to be. Split apart. А я не буду еще говорить, это некрасиво. Почему? Потому. Почему некрасиво-то? Ты че, дед, против Украины, что ли? Да. Ах ты тварь, дед. А ты откуда сам? Где живешь? А я не скажу тебе. Не скажешь? Ну ты крут, ну ты крут. Ну ты крут. Да ладно, скажи город-то где же. Я же тебе не говорю адрес. Не скажу я тебе, не скажу. Я что, дурак, что ли? Да? Да. На блокбазе не ты ампутку потерял? Что? На блокбазе не ты ампутку потерял? На блокбазе? Ладно, я проверяю на харьковчанина. Харьковчанин поймет, не харьковчанин не поймет. Это харьковский сленг. Недостаточно. Я не с Харькова, дед. Ну я понял, что ты с Днепра, господи. Я не с Днепра, дед, не с Днепра. Ну ладно, откуда-нибудь оттуда, там из Крапивницкого, я помню. Ну, проверяйте дальше, давай, проверяйте. Недостаточно. Ладно, у тебя есть нормальные вопросы? А ты соображаешь.
А ты соображаешь в английском, молодец. А некоторые ваши лохи повторяют до конца. Нет, так это вопрос. Давай. Когда у нас дождь закончится? Что кончится? Дождь, когда у нас закончится? Дождь? Ну, я думаю, через 3,5 часа. Я только что на машине чуть-чуть гидроудар не поймал. А, бывает, бывает. Дождь дома сиди. Ладно. Дома сиди. У тебя есть давай еще вопросы какие, нет? Нет, нет, я с Крыма. Да. О, ну, с Крыма, вот другое дело, да. А что ж тогда не хочешь повторять, что Ukraine has to split apart? Да нахер нам не надо делать. А ты хоть знаешь, что это такое? Да мне пофиг, честно сказать. Тебе похер, я тебя понял. Нет, там баба пришла, я пошел. Давай, успехов, да. Натяни ее как следует. Честно говоря, не вопрос, блядь, а констатация факта. Вот включил вашу хуйню, это соловьиный помет называется на ютубе. Ну, думал, что там соловьёк это пиздец. А тут что-то, блядь, по кругу одну и ту же хуйню гоняют. Поражал я, блядь, честно говоря. Во Владивостоке, блядь, парад возглавит танк Т-34, блядь. Это вы, конечно, молодцы, ребята, да, блядь. Смешно. Все с неармата, блядь. А ты сам, да, ты сам откуда? Особенно, как мне нравится, в этом году на парадах, ну, парадах, потому что в России будет там несколько парадов, главный, так сказать, ну, напор будет на технику времен Второй, это, как у вас называется, Великой Отечественной войны. Я такого еще, блядь, не слышал, идиотизм, блядь. Да, смешно. Сука, на старых блясалках, блядь, они будут на парадничать, блядь. Смешно, смешно. Ай, дозылись, ты, да, в свои раски не пучай, блядь. Ты сам-то откуда? Слава Украине, уёбки, блядь. Сам-то откуда? А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой, чей отвечает? Они ж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не была еще? Ну, еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Мы сделали украинским ударом на членов. Ударец? Да. Да. Украина, которая создана группа кривичка. Не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет